Помни, что когда ты уходишь со служения, ты всего лишь выходишь из здания, но не выходишь из Божьего присутствия. Бог, который прикасался к тебе во время служения, будет с тобой, когда ты пойдешь по улице, будешь ехать в транспорте и придешь домой. И до следующего служения у тебя есть 7 дней, чтобы проповедовать Евангелие, чтобы отвергать себя и нести крест. Чтобы любить жену так же, как Христос любит церковь. Чтобы прославлять Бога. Чтобы рассказывать друзьям об Иисусе. Уходя со служения, помни, что ты всего лишь покидаешь здание, но ты не покидаешь церковь. Церковь – это ты. Помни об этом и показывай это своими делами.